Шановні друзі, з 4 по 11 липня на Харківщині проводиться експериментальний велопохід першої категорії складності серед спортсменів-інвалідів на візках та велосипедах. В нашій програмі сьогодні беруть участь керівник групи спортсменів-інвалідів, що беруть участь у поході, Андрій Нечепоренко, і президент громадської організації «Інститут соціально-політичних ініціатив», під чиєю егідою проходить захід, Надія Гончарова. Доброго дня, шановні друзі. Пані Надія, чому у вас виникла така ініціатива? Чому ви взяли под егіду саме цю акцію? Вы знаете, наверное, за последние наши с вами встречи с огромным удовольствием вот есть о чем-то рассказать, что действительно приятно, чем заняться. Буквально месяц назад, да, Андрей, мы с вами познакомились. Да. Это только вот буквально вот только-только несколько дней, буквально несколько недель общаемся очень мало. То есть мы еще только узнаем друг друга. Почему решила поддержать? Почему наша организация решила этим заняться? Первое, два аспекта, которые я хотела бы отметить, почему я хочу этим заниматься. То, что Андрей и его команда проведут этот велопоход, ни у кого никаких сомнений нет. Правда, Андрей? Да. Он пройдет в любом случае. Будет наш институт этим заниматься или не будет, этот велопоход в любом случае состоится. Задача нашей общественной организации – привлечь внимание к этой акции. Я не хочу, чтобы эти люди… Вернуть увагу взагалі до проблем инвалидов. Здесь можно начинать и инвалиды, и чисто человеческий аспект. Я выступала на областной сессии 23 июня, вот буквально на днях. Поддержала меня группа людей, которые имеют отношение к районам, 6 районов, через которые будет проходить велопоход. Да. Значит, меня эти люди, это депутаты, это наши представители власти, они поддержали публично. Ну вот сегодня у нас уже буквально считанные часы остаются, и я не получила ни одной ни копейки помощи, ни внимания, ни организационных вопросов. Нажаль. То есть, вот, нажаль. Да, это именно почему общественная организация хотела этим заняться. То есть я понимаю, что даже с тем, что я приложила максимум усилий для того, чтобы как-то озвучить эту акцию широко на Харьковщине, при этом это еще до сих пор осталось без внимания. Но я надеюсь, что во время велопохода с помощью ОТБ мы будем освещать практически ежедневно, мы будем сопровождать эту группу, мы будем рассказывать харьковчанам о том, что проходит. И я думаю, таким образом мы привлечем внимание. И второй аспект. Познакомившись с Андреем, да, я вот понимаю, что группа людей, которая идет, имеет огромную силу воли. Это хорошо. У них есть мечта. И скажите, пожалуйста, почему нам, окружающим, не помочь этим людям эту мечту воплотить в жизнь? Поэтому настолько приятно этим заниматься. Пользы пока от нашей организации маловато. Но так мы как будем мы сподеваться, это... что у нас еще есть время. У нас так. еще есть время. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як виникла ця ініціатива? Як підбиралася команда спортсменів? Кого ви долучили до участі в велопоході? Ну, начнем з ініціативи, слово ініціатива. Ініціатива, как бы, давно уже она существует. У меня, я имею проблемы со здоровьем. Значит, хожу в походы, вожу в походы, участвую в спортивных соревнованиях. Тим не меньше. Не среди спортсменов-инвалидов, а именно вот как и занимался велотуризмом последние 5 лет, даже более. Вот я хожу в походы, я вожу в походы, участвую в соревнованиях, вот не стараясь не обращать внимания, не показывая, что вот у меня есть какие-то проблемы. В общем-то, они есть. И я имею опыт, значит, работы со спортсменами-инвалидами. У меня мальчик рекордсмен Украины, чемпион Украины в беге на 10 километров. Вы его тренировали? Да. Работа с опорниками. Ну, то есть, это как бы я сам тренер-преподаватель, вообще-то, работал в вузах. Да. И вот у меня возникла идея провести впервые экспериментальный велопоход, который поддержала Федерация спортивного туризма Украины, поддержал мой альпинистско-туристический клуб НТУ ХПИ. Произошел выпуск, сейчас уже мы выпустились в МКК Федерации. Все прекрасно меня знают и хотят посмотреть. Все-таки люди недоумевают, как же, ну, посмотреть, как это будет происходить. Ведь один велосипедист, да, а другой на коляске. Как все-таки на коляске будет перемещаться человек именно, и мы же ведь идем... Там, наверное, швидкість різна. Естественно, там свои проблемы. Там свои проблемы в технике, и, так сказать, преодоление естественных вокальных и других препятствий.
Помимо всего, здесь еще существует масса других моментов. Понимаете, допустим, я для меня, как для тренера преподавателя, вот работа вот с колясочниками, человек, который будет на ручном приводе именно участвовать в походе, здесь свои сложности. Я начинаю сталкиваться и понимаю, как их преодолевать. Я прекрасно понимаю, что это все реальные вещи. Но, опять же, есть еще человеческий фактор. Моментов, когда вот мы предлагали некоторым людям, опять же, экипировка, подготовка, психологический момент. Некоторые люди отказывались участвовать в походе, узнавая, их спрашивают, скажите, вы готовы ехать на велосипеде, на коляске, преодолевая дождь, там, жару, вот, нужно вести свои вещи. Многие люди отказывались, а некоторые даже говорили, что, ну, вот если мне там как-то экипируют, там, платят, или еще вот, я готов типа участвовать. Понимаете, вот таких мы людей старались не брать. И, естественно, вот у меня колясочник, парень Артем, он Добрыднев из ПГТ Белецкая, Добропольский район, Донецкая область. Вот он единственный человек, который вот целеустремлен и готов участвовать. Он опорник, но он ходячий. Он готов психологически. Пане Андрію, але ж все ж таки, давайте розкажемо глядачам, що протягом тижня цей велопохід буде відбуватися по Харківщині, по шляхах Харківської області. Розпочинається він у Харкові, потім Дергачі. Київський район, Богодухівський район, Краснокутський район. Ну, от смотрите, перше... Вибачте. І я хочу додати, що кожного дня учасники велопоходу повинні долати близько 40-45 кілометрів. Ну, подолати цю відстань на велосипеді і здоровій людині – це сложно. Досить не важко. Ну, мабуть. Сложно. Мабуть. Для таких, як я, здоров, а для людей з інвалідністю і тим більше на візках, чи не за велику задачу ви поставили? Діло не в інвалідності, во-первых, це один момент. Перше, почну з того, що наш поход, как бы дополню вас, наш поход – это спортивный, он же и преследует тренировочный момент, это познавательный эксперимент еще, ну, опять же, я буду проводить исследования определенные, значит, показатели, значит, функциональность организма и деловые цели. Познавательность – это в том, что я ребятам покажу нашу Слобожанщину, нашу Харьковскую область, именно такие, как районы, к примеру, это Заводческий район, это Сковородиновка, музей Сковороды, это Богодухов, это Краснокутск, Краснокутский дендропарк, это Мурафа, это Владимировка. Ну, значит, во Владимировке там есть Николаевка, значит, это архитектурный комплекс. Это архитектурные родзинки Харківщини. Да, да. Дальше, это Шаровский дворец, это вообще это эксклюзив. Значит, певучие террасы, да, мабуть. Певучие террасы и плюс усадьба Шедловских. Опять же, высота Конева. Это, значит, Донецкое городище, это родник Сковороды. То есть представьте, сколько всего этого. Но понимаете, для спортсмена, опять же, что такое спортсмен, инвалид? Дело в том, что это люди такие же здоровые, как и мы с вами. Но у них есть определенные ограничения, свои проблемы. И учитывая это, нужно подходить, правильно подойти по составлению маршрута. Понимаете? Угу. Именно. Поход первой категории, это вот поход... Первая категория складности, это найнижча або найвища категория. Это начальный этап в велотуризме или вообще в туризме. Ага. Да. Здесь он не ограничивается чем. То есть мы можем сколько угодно пройти асфальтовых дорог, грунтовых дорог. Это основа пока, это начальный этап в развитии человека, в дальнейшем его поэтапном прохождению высоты в развитии своего туризма. А сколько спортсменов берут участие в команде? Ну, значит, руководитель я и два участника. Один участник я уже называл, Добрыднев Артем. И, значит, директор, значит, директор реабилитационного центра города Славянска. Человек, которого я давно знаю, он бегун, кандидат мастера спорта по марафонскому бегу. Человек, который занимается с инвалидами, вот, делает пробеги, марафоны. Очень пирог Анатолий Ульянович. Вот, это два участника. Один здоровый, значит, он сопровождает, участвует официально в походе. Другой человек едет на коляске. То есть у нас получается один велосипедист, а другой на коляске.
Проблема, понимаете, на коляске есть, существует это прохождение грунтовых дорог, полевых дорог с определенными неровностями. Там по конструктивным проблемам коляски есть свои нюансы прохождения. Понятно, да? Что мы сейчас, кстати, занимаемся, это помогает Артему. Я на расстоянии пытаюсь подсказать, что и как сделать. Это, допустим, багажник впереди. У них привод впереди ручной, чтобы тяговое идет, так сказать, сцепление. Он же руками работает, ручной привод. Поэтому, если на подъем подниматься тяжелый, если сзади перегрузить, значит, коляску, то привод поднимется. Вот эти все технические нюансы приходится сейчас как-то устранять, чтобы человек мог более-менее преодолевать дальше. Второй момент, то, что он ходячий. Головне, він готовий це А я ж сказав, що він психологічно, прежде всего психологічно, він готов. І готов може даже більше. А я могу сказать, что говорить одно, а практика покажет. Всегда в велопоходе есть возможность что-то сделать, нагрузку больше или меньше. И у нас есть возможность, то есть или за 6 дней пройти, или быстрее пройти, или чуть больше. У нас еще запасной день, 7-й, дневка. То есть у нас есть разные варианты. Опять же, погодные условия и, в общем, маршрут, в принципе, не в принципе, а маршрут составлен согласно, он... И не сложен, но по-своему и труден. Дальше у нас есть запасной вариант. Я сделал преодоление брода. Брода, значит, я уже этот маршрут хорошо знаю. Но как мы будем преодолевать его, вот, это уже другой вопрос. Это уже дело времени, дело уже, как мы покажем, это уже практика. На початку нашей беседы, шановні друзі, пані Надія Гончарова зазначила, що цей велопохід буде освітлювати канал ОТБ. Програма «За кермом» Анни Шевчик. Вже заплановано декілька зйомочних днів, коли всі ці заходи по можливості будуть засняті, а потім висвітлені в одній із програм «За кермом». Шановні друзі, я так сподіваюся, що дуже буде цікаво вам подивитися це, адже дійсно такі... Такі перешкоди ви запланували, і як вони будуть подолані, це дуже цікаво спостерігати. І показувати ми будемо ще в момент, група буде посещати музей Сковороди. Там буде зйомочна група в обов'язковому порядку. У нас буде потім посещення краснокутських поющих терас, про які ви сказали. Там будемо знімати. Тобто це буде цікаво всім. Чому? Люди, які в цей раз не зможуть поїхати і дивитися, вони зможуть дивитися в цій передачі Ані Шевчик, тому що люди будуть знаходитися в музеї, на поющих терасах. І ми починаємо з пам'ятника жертвам Голодомора. Правильно? Тобто ми сопровождаємо групу на виїзд з Харкова, на пам'ятник жертвам Голодомора заїжджаємо. Тобто це буде хороша познавательна програма. Так, як Андрій сказав, не тільки вона буде спортивна, вона буде ще й познавательна. Ну і треба зазначити, що в самій назві експериментальний велопохід. Тобто це вперше проводиться в якості експеримента. І я думаю, що ми всі будемо сподіватися на те, що потім буде продовження. Тобто зараз, так мовити, обкатка йде. Перший експериментальний. Присмотреться, посмотреться, всі нюанси. Тому я ж роблю, все це і проводиться, експеримент. Просто цього не проводилось, официально, чтобы МКК выпустила вот такое все. Пришли, надо же было, опять же, справки взять, здоровье людей, чтобы допуск их, и вот все это, понимаете? Поэтому это эксперимент, хотят посмотреть, как это будет происходить действительно в реальности. Но опять же, хочу добавить то, что мы говорили. Ведь велопоход проходит, посвящен 71-й годовщине победы над нацизмом в Европе, 71-й победы окончания Второй мировой войны. Почему же мы будем посещать и отдавать честь, дань памяти людям, погибшим в годы войны и не только. То есть вот эти моменты. Познавательно, еще и патриотические нотки присутствуют, конечно. А здесь все взаимосвязано. Вот смотрите, то, что я перечислил. Музей Сковороды, потом там поющие террасы. Там, то есть вот это все, это познавательно, это показать людям. Ведь смотрите, я-то харьковчанин, я знаю, да? Я знаю, пусть не полностью, на 100% историю Харьковской области, Слобожанщины, но я знаю вот то, что я рассказал, да, где я бывал и где я показывал людям. И я могу провести, рассказать и показать людям,
знаем, как мы живем и что такое Харьковская область. Ведь люди не были, вот эти люди не были здесь. Понимаете? Я хочу нагадати глядачам, що учасники велопробігу з Донецької області. І це ще, мені здається, так, ще один штрих, і ще одна іпостась, дружба між Харківщиною єднання. І Донеччиною, єднання. Ніхто ще не встріл, і, да. Дійсно, це треба на сьогоднішній день всіма засобами демонструвати, наскільки Харківщина підтримує Донеччину. Що це єдина держава, єдина ніхто країна. Ніхто нас не розділить, це одно ціле. Безумовно. І яка красота, ведь смотрите, яка природа, яка красота. Ви посмотрите, зараз же літо. Як здорово. Посмотрите, ведь цю красоту надо і район і вибран. Здесь смотрите, то, що я перечислив, це район. Смотрите, Дергачевський район, да? Сколько красиво, интересного. Дальше. Это у нас Богодуховский, Краснокутский, значит, это Валковский район, Харьковский район. Сколько много хорошего в нем, сколько много истории. Я хочу это показать. Не только спортивное, а вот именно познавательные вещи, другие. И эксперимент, естественно. Будет же проводиться, кстати, но я уже повторюсь еще раз, это исследование. Исследование, надеюсь, что да, мы будем... Этим велопоходом мы будем участвовать потом, если мы пройдем, все будет хорошо. Мы будем участвовать во всеукраинских соревнованиях, значит, среди велопоходов первой, второй, третьей категории с возрасте. Я хочу подать это на открытый чемпионат Одесской области и также самые международные соревнования. Вот так. Это то, что вы сказали, должно иметь продолжение. Так. Конечно, планы ну, есть. Якщо у цьому сенсі це продовження першого експериментального велопоходу, але я натякаю на те, що потім, може, наступного року цей велопохід... Более масштабним зробити. Безумовно. Набере більш масовості і не декілька людей, а тогда декілька десятків людей. Було б уместно дуже обсудити 12 числа з вашою допомогою на ОТБ по окончанню цього велопобігу. Посмотрим на настроение наших спортсменов, как они будут настроены. И я думаю, 12 числа они уже должны будут озвучить свои планы на будущее. Добре. Якщо ви на початку нашої бесіди сьогодні, пані Надія, казали про те, що ви, виступаючи на сесії обласної ради, ви інформували і можновладців, і депутатів. І я хотів би зараз почути від вас, наскільки на сьогоднішній день хоч хтось з них надав якусь допомогу. І, безумовно, це моє запитання стосується і керівництва районів, шляхами яких буде проводитися цей велопохід. За несколько дней до начала мероприятия я отправила в электронном режиме, правда, но я получила подтверждение того, что письма получены всем главам администрации, которые Андрей назвал. Давайте еще раз назовем. Это у нас Харьковский район, Валковский район, Дергачевский, Богодуховский, Изолочевский, Краснокутский. Шесть районов. Всем главам администрации я направила письма. Что и вошло что? В письмо? Я дала краткое описание мероприятия. Я положила карту, по которой проходит маршрут. Маршрута, то есть, чтобы было видно, что они действительно проходят по этим районам, что это не какие-то вот со стороны. Я написала смету, которую мы ожидаем сейчас потратить, и которые тратятся деньги, потому что на самом деле питание, снаряжение, лекарства, обезболивающие. Отъезд, да. Конечно, это все прекрасно, мы люди живем в этом мире, мы все понимаем, что это должно быть какое-то материальное ресурсы. Угу. И на сегодняшний день у нас нет ни одного человека, который бы откликнулся и чем-то помог. Я понимаю, что может быть в письме там сумма какая-то для района покажется большой, хотя там очень незначительные суммы. Но они бы предложили со своей стороны, да, мы не можем вот это, но мы предложим вот это. Угу. Ни один район на сегодняшний день у нас не откликнулся. Ни один депутат, который сейчас у нас составляет областной совет нашей Харьковской области, при том, что я сказала, что мы идем на рекорд Украины все-таки, да, что это все-таки показатель для Харьковской области. На сегодня у нас результаты Харьковской области, мы обгоняем Украину по многим показателям. Почему такие моменты сейчас не сделать еще одним достижением Харьковской области. Я считаю, что этот момент, у них еще есть время. Пока будет идти велопоход, да, пока у нас будут готовиться документы для книги рекордов, это не так уж быстро будет все происходить. Я надеюсь, что сегодняшняя ваша передача на нашем любимом АТБ заставит их пересмотреть свое мнение, свое отношение к этому и более внимательно к нам отнестись. Я считаю, что незначительная помощь людям этим провести вот этот вот велопроход, велопоход настолько даст авторитет
депутатам, которых избирали в этих районах, главам администрации, которым работать с этими людьми, которые проживают в этих районах и которые будут видеть этих людей. Угу. Я думаю, что каждому главе администрации было бы престижно своим жителям сказать, через наш район вот проходят люди, которые будут с ними здороваться, они будут с ними общаться, они будут там ночевать. Скажите, пожалуйста, неужели главе администрации не будет приятно сказать, что он приложил к этому какое-то участие? Ну, сподіваюсь, що буде приємно. Я думаю, що увидів вашу передачу. Так, ну що ж, перед початком цього велопоходу я бажаю вам, як учасника велопоходу, міцності, здоров'я, шаленої енергетики, хоча я впевнений, що вона у вас присутня, має місце, бо якщо б не було цієї енергетики, то ви б не замислили таку дерзновенну акцію. Отже, дякую вам успіхів і ще раз хочу нагадати, що з 4 по 11 липня на Харківщині буде проходити велопохід першої категорії складності серед спортсменів-інвалідів на візках та велосипедах. Телеканал ОТБ. Програма «За кермом» буде фільмувати певні моменти цього велопоходу, і потім Анна Шевчик, моя колега, безумовно відрапортує вам, шановні друзі, про цей велопохід. А ми по завершенні велопоходу 12 липня у вівторок зустрінемося і підіб'ємо такі своєрідні підсумки. І розкажемо про майбутні плани. І розкажемо про майбутні плани, адже дійсно в планах реєстрація цього велопоходу у Книзі рекордів України. І у мене тільки залишилось маленьке уточнення. 4 числа в 8 утра від 5-го під'їзду, від ОТБ, будут стартовать наши спортсмены. Все, кто хочет поддержать нас, все, кто хочет поучаствовать и поддержать и словом человека, который это все организовал, и участием хотя бы показать, что мы все вместе, я приглашаю к 5-му подъезду ОТБ 4 числа в 8 утра. Надія Гончарова, президент громадської організації Інститут соціально-політичних ініціатив, і Андрій Нечипоренко, керівник групи спортсменів-інвалідів, що беруть участь у велопоході по Харківщині. Програма «Харків онлайн день», шановні друзі, триває. У нас попереду багато цікавого.